Once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Меня зовут Дезмонд Майлз, я военнопленный. Это война, о которой я ничего не знал. Ее ведут те, кого я считал давно исчезнувшими. Тамплиеры и ассасины. Анимус показал мне истину. Я столько видел, столько пережил. Тысячи лет истории текли по моим жилам. И все благодаря этой машине. Они используют меня, чтобы найти какую-то вещь. Они называют ее яблоком. Это некий артефакт, одна из многих частиц Эдема. Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть. Попадет в руки тамплиеров, это изменит весь мир. Они хотят поработить всех нас. Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться. Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять. Правда, я не могу бороться с ними в одиночку. Может, это и не нужно. Я встретил одну девушку, Люси. Кажется, она на моей стороне. Сейчас ее нет. Ее увел этот гад, Уоррен Видик, и его хозяева-тамплиеры. Я не знаю, что с ней станет. И что станет со мной. Я знаю только одно. Мне необходимо выбраться отсюда. И как можно быстрее. Меня зовут Дезмонд Майлз. Вот моя история. Нам пора. Люси, где ты была? Почему они... Пошли! Залезай. Откуда кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут 10, пока они не поняли, что случилось. Если мы не успеем убраться отсюда... Мы уезжаем? Дезмонд, я отвечу на все твои вопросы. Позже. А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят. И залезай, наконец, в Анимус. Ладно. Любовь моя, ми диспьячо. Я был в банке. За мной послали. Я не опоздал? Дай его мне. Джованни. Шш, любовь моя, все будет хорошо. Tu sei un auditore, sei un combattente. Perciò, combatti. Послушайте,
Вот это глотка у парня. И как мы назовем его любимый? Эцио. Эцио аудиторе де Ференце. Идем. Минутку. У нас нет времени, Дезмонд. Надо идти. Давай, Дезмонд. Что стало с твоим халатом? Подожди! Уходим! Иду, иду! Давай, Дезмонд! Что стало с твоим халатом? Что, нас совсем сваливаем, да? Похоже, у Абстерга какие-то чокнутые дез... За мной. Эй, вам нельзя заходить сюда. Откройте дверь! Вызываю подкрепление. В лабораторию проникли посторонние. Повторяю, в лабораторию проникли посторонние. Стеклянные стены. Мило. Вот они! Не дай ему уйти! Черт! Следуй за мной! Ты только посмотри на это. А как же камера? Я включила старую запись. А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки? У тебя талант. Да, все так говорят. За нами погоня. Нужно торопиться. Осторожно. Нам нужен лифт на той стороне комнаты. Делай, как я. Не привлекай внимания. Лучше не лезть в драку. Это что, анимус? Стой. Что за... И сколько их тут? Подожди. Это анимусы или анимы? Ты как думаешь, Люси? Люси, зачем им столько? Дезмонд, заткнись, мать твою. Пожалуйста. Черт, я думала, что карточка подойдет. Похоже, это другая система, а кода у меня нет. Стой. Черт. Давай же. Как ты это сделал? Я не знаю. Идем. Не одно, так другое. Кто был там в анимусе? Объект 16? Эцио Ауди... Ауди кто-то? Мы ошиблись. Поэтому надо выбираться. Опасность исходит не от Видика и тамплиеров. О чем ты? Расскажу, когда приедем. Куда? Yeah.
Залезай. Шутишь? Для твоего же блага. Почти прибыли. Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Сюда. Я в восторге. Так, ты объяснишь мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины, они сделают все, что в их силах, но... Что? Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я. Мы обучим тебя. Ты станешь одним из нас. Ты же видела меня в деле. Я ничего не умею. На это уйдут месяцы, нет, годы. Нет, ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему вы нашли моего предка. Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам, то научишься всему, что умел он. За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт. Ты вытащила меня из Абстерго просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно, уговорили. Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини, просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить? Забудь. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерго. Спасибо. Люси, у тебя получилось. О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно. Да уж, добро пожаловать. А, так это и есть наш знаменитый объект 17. Дезмонд Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения, я Шон Гастингс. А это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмонд. Что ж, мы отлично поболтали, а теперь, Дезмонд, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Только скажи, и мы начнем. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти! Невероятно!
С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд, сущая ерунда. Просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что извини, ознакомительного тура не будет. Шон заведует нашими архивами. Это что-то вроде цифровой библиотеки. Пока ты будешь в Анимусе, он подстрахует меня тут. Если заметишь что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных. Да, но я занимаюсь не только базами. Еще я предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются. Рискуют жизнью и все такое. Привет, Дезмонд. Не лезь. Не приставай ко мне, ладно? Я очень занят. Я занят. Какое из этих слов ты не понял? Слово «я» обозначает меня. Может, это слово «занят»? Ты не понимаешь слово «занят»? Я занят. Занят. Люси, у этого парня с головой не в порядке. Он меня преследует. Привет, Дезмонд. Не лезь. Не приставай ко мне, ладно? Я очень занят. Эй, слушай, я хотел поблагодарить тебя и извиниться. Извиниться? За то, что произошло в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет, я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения. У меня видение. Я вижу странные символы. В спальне, шифр на клавиатуре, как у Альтаира. Это эффект просачивания. Ты получил не только воспоминания своих предков, но и их умения. В данном случае орлиное зрение. Умение? Ты стал более наблюдательным. Если все пойдет хорошо, ты узнаешь все, что Эцио узнает в Анимусе. Думаешь, это сработает? Я в самом деле стану ассасином? Ты уже ассасин. Ты просто станешь лучше. Надеюсь, что гораздо лучше. Я же видел эти пленки из Абстерго. Ты даже не попытался бежать. Вот козел. Извини, Дезмонд, но у меня дела. Поговорим позже. Кажется, тебя ждет Ребекка. Извини, Дезмонд, но у меня дела. Поговорим позже. Кажется, тебя ждет Ребекка. Извини, Дезмонд, но у меня дела. Поговорим позже. Эй, Дезмонд, как дела? Я все думаю, что ты здесь делаешь? Забочусь о малышке. Поддерживаю ее в рабочем состоянии. Малышка? Ты об Анимусе? Я предпочитаю называть ее Анимус 2.0, так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерго. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас... Но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров. И к тому же быстрее. Ладно, как будешь готов, садись, и мы начнем. Мне нужно еще кое-что поправить. Извини, мне некогда. Мне нужно подготовить эту штуку. Дезмонд, поговорим позже. Как будешь готов, садись. Извини, мне некогда.
Так как это работает? Конечно. Глубокий вдох. Что, малыш, больно было? Шон! Ну? Вот так. Insieme per la vittoria! Insieme! Тише, друзья мои! Тише! Спасибо! Знаете, что привело нас сюда? Честь! Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Добрый вечер, Вьери! Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Паци действуют чужими руками. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Боишься сам взяться за дело, трус. А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Убейте его! Эй, обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. А, Иви? Стиль у тебя есть, но здесь главная выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Thank you.
назад! Стой! Мы же почти победили! Твоя губа. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи их. В их карманах что-нибудь да найдется. Va bene, достаточно. Уходим, пока не явились стражники. Отвратительно! Ты чудовище! Торопись. Чем раньше мы закончим с доктором, тем скорее ляжем спать. Не в ту сторону! Всего лишь лекарь. Ну и... Бентровато, доктор. Фрателли аудиторе, неудивительно. Вы скверно выглядите, юноша. Ничего, пустяки. Спасите его. Смазливое личико — это все, что у него есть. А фото ты. Готово, а теперь выметайтесь. Грация. Сюда. Ну и ночка. Вот если бы все остальные были такими же. А, стой. Ведь так и есть.
Нам пора домой. Отец, должно быть, пытается понять, куда мы пропали. Да. Не хочу получить от него нагоняй. Может, на перегонки? Куда? На крышу вон той церкви. На счет три. Уно, дуэ, тре. Тебе еще учиться и учиться. Мне почти жаль тебя. А, проиграть не стыдно, брат. Ну давай, сюда. Куда ты? Увидишь. Наша жизнь прекрасна, брат. Великолепно. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. Ладно, хватит. Нам в самом деле пора домой. Идем. Стой. Что? Эцио, дай Кристине поспать. Она сможет выспаться потом. А. Кацо, это в Еве. Нужно спрятаться. Ищите! Он не мог далеко уйти. Хорошего вечера. Кристина! Кристина! Кто здесь? Я! Эцио, я так и знала. Можно войти? Ладно, но только на минутку. Больше мне не нужно. Это точно. Я не то хотел сказать. Иди сюда. О, Эцио. Кристина! Кристина! Свея! Скоро придет твой учитель? Ну же, дочка, это совсем не страшно. Фио Дункане, что это? Перденате, месере! Кьедо веня! Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража! Стража! Волю ла суа теста! Убейте его! Не нужно применять силу! Бей, ублюдка! Сейчас находится кардинал. Вергонья! Что я наделал? Вы меня с кем-то путаете! Расступись!
Ей нужна была чья-то помощь. Я ни в чем не виноват. Не нужно применять силу. Я с тобой. Приносите больных и раненых. Это просто позор. А вы меня с кем-то путаете. Ей нужна была чья-то помощь. Он уходит, я вижу его. Я ни в чем не виноват. Вот он. Прошу прощения. Не буду вам. Он там, за ним. Я вижу его! Он там! Я вижу его! Он там! Все товары, которые продаются через главные гильдии. Внимание! Фра Донато напоминает всем добрым христианам о долге милосердия. Жертву не можно оставлять у входа в монастырь в любой день, кроме праздничных. Объявление врача Карси. Индийские болотные пиявки исцеляют почти все болезни. Внимание! Торговец вином, оставивший свою телегу у лавки мясника Вито! Если не хочешь платить штраф, убери ее, пока не началось вечернее шествие из собора Санта-Кроче! Луиджи, торговец рыбы из Сан-Марко, извещает всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены в городе. Уважаемый...
Бизар. Уверен, у меня есть то... Что вам нужно? Может, в чулане или еще где? Ну что ж, не нашли ничего подходящего. Ну, тогда прощайте. Еще один бестолковый воитель. Кей, идиот. И что он делает? Луиджи, торговец рыбы из Сан-Марко, извещает. Сальве! Какая необычайная Thank you.
Слезай, кретин! Что ты здесь делаешь? Убирайся! Традиционное собрание откладывается в связи с правовыми затруднениями Дон Фоланьера. Собрание, внимание! Я могу обогнать любого в этом районе. Говорят, ты лучший. Докажи. Благородные цены для благородных людей. От таких доходов. Еще один чужак. Внимание! Сеньоре стало известно. Наемник, наверное. Этот мужик. Я зарублю тебя! Ух!
мое недовольство действиями Флоренции. Говорят, что молодые... Он не робкого десятка, верно? ...показали нашей делегации... ...свои голые зады. Синьория объявила конкурс на постройку нового здания ратуши у собора Санта-Мария-Новелла. Заинтересованных членов гильдии Арте Деи Маэстри Ди Пьетро Эленьяме просят подавать заявки Гонфаланьер. Какой милый наряд. Где же я его видел? Эй, чужак, стой! Эй, внимай, в капюшон, синьор, сюда. Стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крыше. Это не преступление, но учтите, что забава кончится, когда кто-нибудь разобьет. Еще один наемник? А что он делает? Похоже, он... А где вы молись, последний раз? Я слышу звон монет. Деньги. Бумагу. Деньги. Бона фортуна. Бона фортуна. Что такое? Деньги. Золото. Бона фортуна. Деньги. Тебя накажут за твои грехи. Грабишь мертвецов? Бессовестный. Это меня сейчас стошнит. Привет. Это моя вина с кусатыми. Может, я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Дио, ты звезд неба не хватаешь. Эй, без этого было нельзя. Это же очень опасно. Друзья, заходите ко мне. Что у меня лучшее снаряжение. Женя, это же очень опасно. Я так думаю. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Дырять.
чудовище! Не трогай покойников!
Пейзажи все распроданы, но я принимаю заказы на будущий год. У меня есть... Не забудьте рассказать обо мне друзьям. У меня есть обычные средства и лекарства в далекой Аравии. Что меня ждет? Баста! Venite a provare le delizie del mio orto! Баста! Смиритесь надо мной, я тут ни при чем! Ты кто нами, Диво? За что мне такое наказание? Вердура! Вердура appena colta! Сакриледжо! Поистине, ты продал душу дьяволу! Оставь эту несчастную душу в покое! Подходите, друзья! Сегодня у меня... Осторожнее, друг! Как можно было так опозориться, идиот! Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Очень забавно. А, Эцио, бен тровато. Как поживаешь? Come sempre. У меня письмо для мессера Лоренцо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Корреджо и вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу.
Погодите, друзья! Здесь клиент всегда прав. Конечно, если он слушается меня. Продолжай работать, Бискеро. Ты напрасно беспокоишься. А, здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отцо.